И в продолжение темы главное праздничное мероприятие прошло в областном казахском академическом театре имени Сакена Сейфуллина. Корейский культурный центр совместно с этнокультурным объединением корейцев Карагандинской области организовал культурное мероприятие «Мы едины». В нем принял участие и посол Республики Корея. Единство, многообразие, о котором всегда говорит глава государства. И мы все разные, но мы все равные. Да? Лилия Михайловна, спасибо вам за этот памятник, который казахи Ильне Мналгас, это который вы как бы даете свою благодарность, носите свою благодарность казахскому народу, где вот нашли свою вторую родину, да, но при этом она не то, что вторая родина, она сегодня родина для всех нас единая. Мероприятие началось в центральном парке нашего города с церемонии возложения цветов к памятнику, который Корейское этнокультурное объединение установило в знак благодарности казахскому народу. Посол Республики Кореи отметил, что уже не раз посещал Караганду и подчеркнул высокий уровень организации юбилея. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление дружеских отношений между Казахстаном и Кореей. 먼저 오늘 행사 35주년 고린어페 В очередь я хотел бы отметить, что сегодняшнее вот это мероприятие, которое приурочено 35-летию основания Ассоциации Корейского Казахстана в Караганде, и оно было организовано совместно с Корейским культурным центром при посольстве Республики Корея в Казахстане. Оно в целом мероприятие прошло очень ярко и проходит до сих пор очень на высоком уровне организация данного мероприятия. Я был, честно говоря, удивлен и очень рад тому, что вот на таком уровне мероприятие организовано. Сегодня в Казахстане проживают представители 130 национальностей, среди которых корейская община насчитывает около 118 450 человек. В Карагандинской области проживают более 11 тысяч корейцев. Как отмечают организаторы, представители этой нации активно развиваются в различных сферах, нося свой вклад в экономику страны. Это наша родная земля, и мы остаемся верными наследию наших предков, делятся участники юбилея. Мы все работаем в рамках ассамблеи. Сегодня нас поддержала ассамблея. И мы видим, что практически все этносы Караганды, они ассамблеи, они пришли поздравить филиал ассоциации с 35-летием. Поэтому мы очень рады, что на самом деле за 35 лет сложилась такая добрая традиция поздравлять друг друга, что мы все дружим в первую очередь. Да? У нас очень много общих традиций, и мы все друг друга поддерживаем. Корейское этнокультурное объединение Карагандинской области организовало программу обмена опытом, которая дает возможность представителям объединения посетить Южную Корею. На юбилее также состояла церемония награждения активистов, внесших значительный вклад в развитие объединения. Нагрудные знаки «Алгыс» были вручены тем, кто предан делу объединения. Еще громче. Этот юбилей стал не только праздником, но и важным событием, подчеркивающим роль корейской диаспоры в культурной жизни Казахстана. Корейское этнокультурное объединение продолжает активно развиваться и укреплять связь между народами, подтверждая, что дружба и сотрудничество – залог процветания. Айганам Сагитова, Душан Дулеутай, Дастан Шанин, Первый Карагандинский.